Любовью к ним пылаю. Неземною. Это не был автомат. Делайте со мною. Для вас это ерунда. Подумаешь, ерунда. Томатом, черным перцем, черным сыром. Забейте их вином. А что? А что? Им снятся макароны, пилюли да лекарства, но я и тупо доверху томатом, черным перцем, чертым сыром и молодым вином. Сердцем, чем это чудо, блю я макароны. Они меня посудят, макароны. Хотя моя невеста их не любит, но я приготовлю их. Кто его убил? На двоих. Всем хороших макарон, всем привет. Ну, надо, это надо по земле стрелять, я так не смогу. Да. Чудо. Будет худо, но это лишь потом. Люблю я хит-маркер делать. Немножечко его, конечно, альденте. Ага. Мудаки, мудаки, я вас не слышу. Я вас не слышу из-за Эмиля Голодца. Эмиль Голодец! Эмиль! Если кричать, всегда будет смешнее. Но это было наугад. Эх, завис на ракетомете. Вернись. 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 Дорогие друзья, в этот прекрасный... В этот прекрасный день пятницы, который я придумал, который идет после четверга и перед субботой. Хотелось бы вам рассказать про замечательный новый капец, меня там опередили. Хотелось бы вам поведать про новую веху. Хули мне пиздеть, темные аллеи Бунина. Куни в 10 лет. Вот мой университет. Не обрезан, предъявляю папарацци, хер. Дорогие друзья. Уверенно ворвался в топ-3. А это значит, что мы можем ухудшить. Всегда. Знаете, что всегда можно ухудшить. Вы когда-нибудь слышали про маленькую, умеренно популярную в мире, самую популярную в мире, 30 миллионов активных, 150 активных миллионов игроков каждый день, игру Лига Легенд? Это новый режим для нее, добро пожаловать на арену. Да, мама, пожалуйста, просто, блин, убей меня кубиком пресса. Или разреши мне добавить его в... Стрима лето, будет запись с трансформерами, прийти не получилось. Есть на бусте, причем не мной залитая, вот такая я. Дорогие друзья. Музыка. Музычку. Новый режим, который изменит вообще все. Это уже, нет, это подбор нам не нужен. Сегодня будет, мы возьмем 99 уровень. Мы, 99, мы сегодня мы возьмем 100 уровень. Мы посмотрим, боевые души, тут... Тут изменилось вообще все. Тут есть файтинг, Тут есть файтинг. Тут есть файтинг. Мы все узнаем. Нифига играть. Амира, я мечтал об этом дне, и вот мы на нем, на этом дне. Правда, я думал, людей будет побольше. Чу. О, Джин, мечтал встретиться со мной. Это, блин, скин за много денег, нифига. Ну там все будет, все нормально. Просто хочу, чтобы... У меня же есть... Я просто хочу, чтобы в нашей истории был закономерный финал. И
финал здесь может быть только один. Ты лежишь на аккаунте через секунду после начала турнира. Я даже не вспотела. Интонационно не выделил ты. И чё? Продвигаться по турниру должен. Побеждать, если понятно, что доли. Если вы проиграете. Нажимайте. Применяйте. Положить на 30. Просто батом мешать. Че? Вот это игры подъехали. Вот это я, блин, в браузерку зашел. Нет, это не тот режим. Это просто, типа, посмотри. За это, может, что-нибудь дадут? Дорогие друзья, я это сделал. Комбинировал. Прекрасно скомбинировав все. Я в этом вашем мобильном говне убил Джина. Не габайте, было до меня дело. Вау, у него тоже ульта. Что? У него тоже ульта. Самирик! Самирик! Критическая баба. Не габайте, было до меня дело. Пока я не зараповал про то, что морала заднеприводной. Я помню, что этот раунд был неофициальный, но мне нужно... Я больше не... Улыбнись на камеру. О, нет. Это есть тот новый файтинг от Riot? Нет. Но это типа... Ну, кстати, они его тоже стилизовали в какой-то... Нет. What you're seeing here is about 30% complete. Но они его делают. 4 единицы репутации. Это гигантский ивент в Лиге Легенд. Охватывает все игры. Все вообще. Новый режим. 2 против 2 против 2 против 2. Мы сейчас на него пойдем. Мы будем тестить. Мы будем покупать скины. У меня откуда-то есть 3700 РП. Слава богу, что хоть не Call of Duty Points, да? О боже! Вы когда-нибудь слышали про сражение на арене? Нужен хрюк в маске. Но хрюк делается как бы... Хрюк — это вдох. А масочные разговоры — это выдох. Вау! Привет, я Самира. Что они сделали с Додой? Замультяшили ее и сексуализировали. Щелк. Бдёнг. Бабуй. А этот парень с жуткой ухмылкой. Он единственное, что отделяет меня от желанной награды. Ой, простите, я нажал. Не надо было нажимать. Все, анимировано. Я всегда была охотницей. Даже в самом начале карьеры я неизменно побеждала. Вау. Да, следующий кадр, пожалуйста. Ты, блядь, что, весь день с ведром на голове ходишь? Хорошего стрима. Да. Спасибо! Это пластиковый стаканчик, который поможет мне уничтожить Готэм. Нашей организации нужны такие люди с ведрами на голове. А потом появился этот клоун. Донатер, что ли? Нет, донатеров уважаем. Увидев, на что он способен, я поняла, что должна стать сильнее. И вот. Аниме, манги. Чтобы выжить, я заключила сделку с дьяволом. Это причем не лор Самиры, хрен... Самира, то есть, да, дорогие друзья, мы же... Самира. Буду рассказывать про Лигу Легенд, игру, в которую я сам играю раз в год. Самира. Музыкальный исполнитель. Пустынная роза. Она может кидать монетку. Самира. Самира Коин. Самира, она наемница, она комбит, она делает, она повышает рейтинг. Я за нее не играл ни разу. Встречайте Самиру, пустынную розу. Эта шуримка сделала себе... Эта шуримка попыталась сделать... А мы же за нее... Это же где-то было, в не видео. Я же насосался где-то, или на стриме насосался. Я заключила сделку с дьяволом. Это лор скина, нифига себе. Стоматолог карты. Ага, Джин. Одна птичка напела мне, что ты можешь пробудить мою силу души. Радостью. Радостью исполню твое желание. Как я сегодня угадал со стаканчиком. И она пошла.
Пародия на Данте. Ну да, это как бы... А там была ловушка джиновская цветовая. Ты чё? Страх в твоих глазах. Он прекрасен. Надо как-то карту, что ли, примотать стаканчик, а не все. О, боже. С упора долбанул. Жмыхнул прям в лобешник. Ну, этим только он раскрыл ее истинный потенциал. Что мы делаем, блин? Смотрим предысторию скина, который еще и надо купить за какие-то деньги. У твоего Бэйда интонация, как у Бэйда неудачника из Харли Квинн. Возможно, так и задумано. Потому что это очень смешной персонаж. У тебя голос неудачника из Харли Квинн. Так-то лучше. Я не туда жмыхнул. Так-то лучше. Опа, огненный пистолет. Опа, это маска просто, это не он. Эй, клоун, хочешь фокус покажу? Let's dance. Офигеть, у нее один пистолет Ибони, а другой Айвери. Невероятно. И она нашла лутбокс. Отрыла лутбокс, там скины. Поняла, что нужно устраиваться на настоящую. Вот так. Да, прикончи этого клоуна. Я оказалась здесь. Это Шака, типа. Кажется, клоуны преследуют меня повсюду. А меня загадочные смайлики. Да-да-да-да-да-да. Первая стадия. Вы готовы с боем? Ну, там похуй. Не, мы пойдем играть, это все не важно. Дорогие друзья, это все не важно. Мы попробуем режим. Откуда-то у меня есть 3700. 350. Откуда-то у меня есть 350. И мы на эти деньги даже что-то можем купить. Я не помню, чтобы я донатил. Это типа, ну нормально на самом деле. Ну как нормально, один скин на нее даже без рамочки. Мы можем купить. Ой, тут какой-то появился бразилец-футболист. Мы можем... А что так мало, блин? Вот синей эссенции мало. Я, видимо, путаю с... Нифига тут навыходило. Нифига тут, блин. А ничего, Лигу Легенд на Оскар, что ли, номинировали? Но мы можем двух купить. Псина, дорогая, нифига. Вот, значит, новый режим. Детские файтинги, то, что в чате назвали. Потестируем, посмотрим. Может быть, и обычный, может быть, и ТФТ. Насколько новый режим будет хорош? Они изобрели практически, как называлась мертвая игра, которую несколько раз мертвая выходила и умирала. Battle Ride и все подобное. Поэтому 2-2-2-2-2. Начать. Найти. Арена вслепую. Тебе дается. Ни разу не играл. Battle Bait. Ого, это же та игра, которая хуже Доты. Да, поэтому Дота украла у нее примерно все. Интерфейс. Расположение мобов на карте. Барона. И тому подобное. Второго дополнительного монстра типа дракона. Ага, мы можем играть за любого. За любого героя. Нового Удира дай. Удир. Ребят, за нового Удира. Заблокируйте чемпиона. Заблокируем вот эту вот шваль, которая с новым дорогим. Самиру заблокируем. Прикинь, они, блин, купили. Они купили скин за 2500. 350. А я заблокирую. Тима. Оу. Я б с радостью. Ну, Кейл должна скейлиться, поэтому. 350. Попробуем нового Удира. Фрелиорд живет борьбой. Нифига, у меня скин есть на Удира. Может, еще какой-нибудь? Вот такой. Старлорд, которого выбросило в открытый космос. Кто понял, тот понял. Драконий Оракул. Так, у нас есть бегство. Ускоряйтесь. И есть флешка. Флеш на F. Все нормально. 350. Трик 2G. Ну я не играл. Я вам историю не показал уже. В прошлый раз это тоже было на стриме. 2022 год. Четвертое 2022. Мы не посмотрели мувик. Ну ладно. Так. Вайн и Тарик. Гетеросексуальная комбо. Два саппорта. Какого хрена? Тупые саппорты. Механический Джакс и Энни. Вот это наше главное, короче. В смысле, Дариуса забанили, и он выбрал Дариуса? Или он передумал банить Дариуса? Чё? Боже, у всех...
У моего напарника флеш не на F, он социопат. Погоди, у тебя флеш на F, да. Я на этой клаве ни разу в лигу не играл. Тут обычные предметы, я думал, тут без предметов. Или это какие-то специальные предметы? Скорость атаки, вампиризм, сила атаки, скорость умений. Кто там, Дариус? Ну, Дариус, я буду дамажить, все нормально. Так, три уровня, да? Три уровня. Господи, какой я. Какой я драконовый. Ну, всего по одному. Так, что-то из этого должно быть. Если ящик, это стан. О, мой бог, он танцует. Лютая вьюга. Блин, там что-то новое. А что делать-то? А как играть? И чё? Цветочек? Этого бей! А где другие? Все сразу дерутся или мы 2 на 2? Дариус, блин, ты должен настакивать. Я побежал, короче. Господи, дух говна. Дариус, ты же, блин, должен настакать был. Первый пошел! Второй пошел! Сорок! Как бы я усиленно не делал вид, что это интересно, но мы просто закликиваем друг друга. Вернись. О, батл роялевая. Нифига, ее выкинуло. Дариус, ты как-то плохо настагиваешь. Ау. На кой хрен я удира взял? О-о-о. Так, ну мы выиграли у нас. Ага, вот что-то начинается новенькое. В каждом раунде вы получаете дополнительный сок бесплатно. Ммм, сачок. Раз в 7 секунд обездвижите поблизости на 1 секунду. Норм. Когда у вас остается меньше 60%, вы подбрасываете меньше 60 или 30% здоровья. Два раза? Ну, контроль, контроль. Отброс это, конечно, хорошо. Сигналы вне экрана. Окей. Лютая вьюга. Ну я правильно понимаю то, что за удира достаточно продолжать просто кататься лицом. В общем, драки 2 на 2. Я думал, прям 2 на 2 на 2. Братан. Я влетаю в стройку. Блин, Энни это неприятно. Джакс это неприятно. Но у меня криовьюга. Криовьюга круто. Но нам надо Энни, короче, да, просто зарамсить. Игнорировать Джакса. Насколько это... Да игнорировался Джакса. Влеп-то! Влеп! Нормально. Ну, они меня... По-моему, она с собой их может разнести. Да, у нас проблемы. О, боже! Ее ж зажмет! Нет, у нее фрукт. О, цветочки лечат, короче. По-моему, у нас Джакс лох, в смысле, по-моему, у нас Дариус. По-моему, у нас Дариус лох какой-то педальный. А что это за штуки? Победа, миньоны, поражение, команда крабов. Поражение, команда крабов. Так, давайте возьмем на контроль сапоги. Подходит всегда. Ну, простите, кому больно от моего геймплея, я типа буду порекомендованным. Может, зелье какое? 700. Набиток ускорения. Набиток силы. Он один раз? Это эликсир. А бутылка есть стандартная? Начальное. Бутылок нет, похоже. Поглощение. У напитка нет никакого эффекта. Хрен знает, хрен знает. Так. Дикий коготь. Ну попробуем через кушку, я не знаю. Пробуждение. Буря отходит от удира. Сейчас бы нового героя брать. Так, это Гарен в сексуальном скине и Вай. Варен разваливается. Вай разваливается. Я разваливаюсь. У Дариуса нужно бегать, короче. Чтобы кровотечение немножко покапало. По-моему, я плохо играю. Ага, кто убивает с трех ударов цветок. Как бочка. Стрим сохранится на повторе, обязательно. Как бочка ганпланка, короче. Нет, ну Дариус проиграет, если ничего не найдет. Вон цветочек. Ой, хорош. Ой, тактика была. У него была тактика, он придерживался. У Гарена сработала пассивка. Гарен немножечко отхилялся.
На шестом уровне, скорее всего, Гарен сильнее Дариуса. Но нет, я не прав ни в чем. Наблюдать матч. Ну, каштомка каштомкой. Сейчас я нормального персонажа возьму, все будет. МФ. Насколько здесь стрелки хороши. Ну, Тимона. А Тимона банят. Стойка медведя, скорость атаки. Пробуждение. А что такое пробуждение? Надо поменять несколько стоек. Пробуждение души. Повторно применять, перезаряжать монашеское. О, нифига, уже три форс. Возьмем три форс. Память о тех днях, сага. Ничего, кроме правды, брат. А, предметы. Предметы не из составных. Немножко упрощенная схема все-таки. Настакаем куху. Мы в одном шаге практически от мира танков. Так, ну этих мы должны. Осталось понять, как пробудить мою пробуждалку. Вот если бы это была старая сарага, которая настакивала, блин, свои старфолы. Я пошел, короче. А! Украл. Ну, сарага, то нам бы не подставляться под всякую парашу. Закликали. Ой, хорош, двоих закликал. Нет, бесплатно мир станков. Мир станков бесплатно не буду. Пакет сока в очередной раз. Ну, это, наверное, какой-нибудь маленький хил. Двойное усиление. Навсегда получайте красное и синее усиление. Не факт, что мне это... Эффективность лечения щитов увеличивает на 20%. Ну, старый удир, живучая псина. Давай попробуем в куху и в щиты пойти. У нас по 6 пунктов каждого умения. Попробуем в щиты и в куху. Он прям меняет стойки. Ну, нам бы обычный скин, а не какого-то, блин. Хотя там, по-моему, обычный скин примерно то же самое. А, ну балдеж же. Скорее всего, это магический урон. Ешка стан. Плюс-минус старое все осталось. Ну давайте. С Гараном я попадаюсь. Только Дариуска опять что-то. Ой, законтролил. Ой, убил. Лечись, моя маленькая бубалеха. А кто сказал, что меня Вай не вынесет? Цветочек! Каждый удар цветка, короче. Пробил! Расхерачил! Не расхерачил. Кто наши главные враги тут? Мы выигрываем. ФТ пробовал, конечно. Опасен Джакс. Мне кажется, Джакса-то я никогда не убью. Даже за Удира. Хотя Маука их разнес. Ну как разнес? Окей. Много денег. Что такое нож-пила? Страшные раны. Страшные раны уменьшают силу хила. Хилятся ли вот эти вот всякие Вай? Вот в чем вопрос. Ну, по старой памяти я бы клинок. Скорость атаки, автоатаки, наносят. Все, блин, еще и брузеры, все жирные. Давай возьмем. Пока так. Под мою кушечку, под мою настаки. Знать бы, как новые работают, блин. Монашеская подготовка после применения увеличивает скорость атаки. После применения умения. А надо стойки-то менять? О, босс. Потенциальная потеря здоровья команды. У нас есть здоровье команды, дорогие друзья. Но есть босс. Нифига себе. Босс за нас? Босс за нас? Ань, убей! Вообще просто. Чё-то, по-моему, босс нихера не за нас. Где наше здоровье? А где наше здоровье? Вот наше здоровье. У нас все нормально. Здоровье команды. Короче, как ТФТ. Муа, спасибо большое. Человек говорит, спасибо большое, что в пятницу вечером, в этот приятный вечер, обеспечил такое качественное развлечение для простых работяг.
Берем танец смерти, откладываем получаемый урон. Ну, я не очень жирный. В смысле, в игре. Может быть, Гидру, может быть, Старка. Что-нибудь надо взять потом такое будет, брузерное. Это живые или боты? Должны быть живые. Так, какие-то псы. Как... О боже, они тут... Они тот режим опять вернулись сюда. Вай немножечко не ожидал, что в нее, блин, въедут сани. И Саня в санях. И мы... Я могу танцевать аниме танец. Сани! Сани! Он брал сани. Так это он скастовал сани. Ого, редкая как карта, видимо, пришла. 40% получаемого союзника принадлежит на вас. В размере здоровья, адаптивная сила. Поджигаете, нанося... Но мне в здоровье. Капец, я большой удирчик. Наконец-то. Только я ничего не купил. А мне не хватает. Все по 3. Распродажа, палатка около рынка. Все по 3000. Стрим настолько никто не смотрит, что только сейчас сказали про разминку. Чел реально взял сани. Погоди! Я не... Ладно, я пока Аню убью. Да-да, хиляйся, хиляйся. Все нормально, я флешанул. Мне писали про разминку. Ну, конечно же, писали, я верю. О-о-о-о-о. Легчайшую настакал. По-моему, мы на первом месте. По-моему, у нас... Спасибо большое. Не иронично, спасибо за стрим. Она стоит. Будешь разнообразным контентом и даже не ТВ. Спасибо большое. И включи, говорил, под 250. Жук. А то в донатах все еще правила аукциона. Ну это в правилах аукциона. Это правила аукциона. Сейчас аукцион, это правила аукциона. Это сейчас аукцион. Сначала закупитесь. О, фак. Броня мертвеца ХП. 400. 350. Бортолом. Ну, я всегда в радиусе союзных чемпионов. Вот в чем проблема. 700 здоровья. Крит. Ну давай, хрен знает. И зелье уже можно какое-нибудь. Не успеваю. Я купил? Я пропил? Я пропил. О. Мы, по-моему, слишком сильные. Мы без боя. А они с боем. Блин, я выпил. Нет, она не откладывается. Все нормально. Одна команда сейчас вылетит. Спасибо за подписку. Люди не шарят в нормальных играх, конечно. Вот я, да. Вот я, да. Выглядит, конечно, трындец полнейший. Что делают санки? Санки — это из их другого режима, который они благополучно, на который они благополучно забили. Там тоже что-то сужение круга было. Типа батл рояль это был. Животными движет инстинкт. Они тоже шестислотовые, поэтому. Какое у нас вообще есть преимущество? Мы типа примерно равны по силам? Или мы получали за победы карточки вот эти? Он был временный. Так это тоже временный. Ну, давайте посмотрим, выбьем мы их или нет. Пайк совершает рывок к самому дальнему чемпиону. Это не я. Сани, поехали, Сани! Ну,
Меня сейчас ульданут. А я цветочек съел. Великая победа! Великая большая драконья жопа. Вау. Игрок Дулин занял первое место в вашем регионе. Дорогие друзья, поздравим игрока Дулин. Так это просто дерево, здесь еще слабенькие человеки. Игрок Эмоджи занял первое место в... Я не умер ни разу. Убил восьмерых. Получил эссенцию. Получил... Нам нужен сотый уровень. За сотый уровень какого-нибудь жира упадет. Что за браузерка? Не, ну тут что-то можно делать и что-то будет. В основном надо донатить на скины просто, и все будет. Кстати, никто не купил, лол. Ну так и ру сервер мертвый. Ладно. Ладно. А как? А что? А, еще ничего, видимо. А что-нибудь дадут? Бесплатно что-нибудь дадут? Вряд ли. Го смотреть видос. Причем любой, да? А где? Вот это? Нет. Они его на русик не перевели. Видос к событию. В доте у вас такого не бывает. Смотри. Смотри, примитивный дота-организм. И радуйся качественному. Наверное. Блин, а может быть не качественным. Ладно, может быть какая-нибудь рыбчина просто. Секретное вторжение смотрю. О боже. Она шла. Она хотела стать гигантской статуей. Дрейвен был. Псины какие-то новые были. А, поднялись. Кин за полторы. Ты... Ладно, это не... Почему я подумал, что будет качественный видос? Когда у Riot Games был последний качественный видос? О! О! Жестко навалили. А! Это прелюдия была. Вот сейчас качественный видос начнется. Ай-яй-яй, Виега. Виега, у тебя тоже... Ах, Виега. У тебя тоже скин за 1500, Виега? О, нет, он дропается. Тактикал нюк! Собака я никогда не проверяла. Чё? Это мой... Я собака? О боже, он разрезал. Может быть, вы еще друг с другом пистолетов выстрелите и пульки врежутся. Не стать тебе большой золотой статуей, Самира. Ой-ой-ой. Нет, стать. 100 битов, а чё мне? Ну, это самый качественный видос, который я смотрел за сегодня. А я сегодня смотрел Кентавра. Счастлив жить в одно время Лига Легенд. Нормально. Для временного ивента. Но ведь Виега сосун и джанглер. А Самира типа мультифункциональная пися. Стоит ли в кино идти на кентавра? Ну нет, конечно, это русское жанровое кино. Если делать нечего. Чел, я устал от этой музыки. Там все орут на меня. Если я хочу, блин, чтобы на меня все орали, я устроюсь в детский дом обитателем детского дома. Орет и орет. Господи, устал. За 2 минуты устал. Жесть. Не, ну кентавр более-менее сойдет. Не Бэби Драйвер, конечно. Так, ладно. О, это превьюшка скина. Но здесь типа еще не все. Вот они с 3 августа будут. Виего. Шачо. Можно предпросмотр скина устроить в крошечном окошке. Он выглядит... Они здесь все выглядят как крошечные. Очень прикольная стилистика. Очень прикольная. Почему они в такой стилистике не делают свой файтинг? Вот в чем. Я подумал, это вообще новая игра их. А это оказались скины. Ну, на Алексу у нас есть штука. Купим сета, наверное, да? Блин, или просто банкануть за Самиру на все бабки. Банкануть за Самиру? Кому-то есть дело вообще?
Новая псина, за которую непонятно как играть. Будет ли аук, наверное, на выходных. О, щит, Эвелина будет. Но за Эвелину мы тоже не играем. Ру-сервер, еп. Ничего не знаю, перекатился на ру-сервер, мне три скина дали. Людям пофигу. Так я не умею за Самиру играть. Так я ни за кого не умею. Ну на Тима нет скина, вот в чем. А на кого? На Сета? Так я и за Сета не умею. Ну Сет в этом режиме должен быть норм. А есть что-нибудь на Тима интересное? Тимо! Тимо! Омега! Галактика Грува. А ну. Ну Тима банят. Но настолько ли Тима хорош в этом режиме? Space Groove, очень прикольная тема. Такой рэп... О боже. Сейчас куплю. Не, не куплю. Отвратительно. Вот это в сракотан. Он весь желейный. Че с собакой? Кринж! В смысле не анонсил стрим? Я же заанонсил. Где я не заанонсил? В телеге не заанонсил? Я заанонсил. В ВК не заанонсил? Я заанонсил. Ну, не. Не, ну это все мило, конечно. Вау. Не, выглядит отвратительно абсолютно. Ну, у кого-то есть красивый Space Groove? Раньше это была прикольная тема. Ну, видимо, люкса. А можно скины на кого-нибудь, кроме люксы? Блицкранг офигенный, смотри, с двумя котами. Офигенный Блицкранг. Тима просто какой-то выпук, блин. What the fuck? У всех прикольные скины. Один Тима выпук. Space Group Gragas. Ну, у Грагаса устаревшая моделька, поэтому что-то с Грагасом не делай, типа. Ну, они пытались. Какая кринжуха! Так. Короче, Самиру берем, будем на Самире учиться еще по херу. Все. Все. Арена. Получено испытание, вы купили денег. Иди файтинг, а зачем? Это же... Ну, казалось, что хуже уже не будет. Куда нажать? Дайте мне что-нибудь, я купил денег. Я продал денег и купил... И чё это? Также нажимает на 4 кнопки. Сюжет. Изменить. Что-то новое открывается. Окей. Гвен. Награды. Легкотня, Гвен. Ничего личного, Гвен. Хоть ты и красиво нарисована, Гвен. Я тебя закликаю, Гвен. А потом подожду, когда у меня перезарядится умение и... Не хиляйся. Нет, нет, нет. Мою ватрушку нельзя. Ой, подбросил. Но только Б рейтинг, только Б. Надо больше рейтинга. Господи, какая я Самира. О-о-о. Ой, эсочка. Это я все делал. Я не просто 4 кнопки нажимаю. Я все это сам сделал. А в чем прикол? Можно проиграть?
Сказал я и проиграл. Ага. Что за хуйня? Не, ну для разнообразия у них там было и... У них и дейтинг сим был. И визуальная новелла была. Получи, Гвен, когда ты вышла, я не играл. Так можно про любого героя сказать. На-ка! Ребята, я иконку открыл. Лучше бы я иконку, блин, перед монитором поставил, перед тем, как стрим начать. Ты заставлял меня донатить, я тебя донатил. Что? Почка в воздухе в мертвой колде в 1-0-0-0-0-0-0 раз лучше, чел новые скины в лолке. Пусть спасибо большое. Всем отжимания и спадьки. Кто в бар пойдет, к вам тоже вопросов нет. Хример, стрикни. Трик? Три пробовных... Три пробов... Ну тут какой-то мета-геймплей есть. На кой хрен мне убирать ульту? Нифига, не на каждое умение. Для смены оружия, Самир. Если умение использовать для смены оружия, Самир. Какой-то метагейб, я ничего этого не делаю. Ну ладно. Бог судья. Люкс еще не открылась. А что она не открылась? Минимум репутации. А как получать репутацию? Какой лагерь боли? Какой лагерь боли? Какая Киря? Нифига. Че про... Вы кто? А... Все? Оу. Ну, репутация в игре, видимо. Хрен пойми. Погнали аренку. 2-2. Матчи нахуй! Зато матчи летят, блин. Не то, что в любом другом режиме на ру-сервере. Так, Самира. Прекрасное сердце Пальмиры. А блокируем. Как он Дариуса, да? Мастера Йи? Нарезчик? Мне же лучше. Нафига Зайра-то? Ага. Ну Мунда мой мэн. Ну вы сами набросились. Вы сами напросились, жалкие обезьяны. Капитан Тима на посту. Не, какой Свейн, какой Тим, какой Тима, какой Свейн. Кто танковать будет? Не, ну Свейн может танковать. Мы, между прочим, команда. Вот эта команда Краба. Эта команда, я не знаю кого. Эта команда Огненного Пора, допустим. А мы команда Каменного Камняка. Я сегодня кринж, да, согласен. Чел, который написал, что я сегодня кринж, я согласен. А мы команда. Мы команда. Тиран Свейн. Так, ну я ни у кого там. Ладно, Ренектуан. Нормально, загребим. Это русская игра. Да, Mail.ru сделал клон Лиги Легенд, подумали. А чё бы и нет. У меня 7-й ранг. Хо-хо-хо-хо-хо! Это на... Посмотри на нас. Ты да я да вон с тобой. Наши основные конкуренты... Как прокля... Вот эти вот твари. Почему арты такие красивые, а в игре всё уродливое? Потому что эта игра идёт на ноутбуках с одним ядром. И на телефонах. Так, ну что? Ну что, ребят? Это типа... А чё же я его не продавал-то потом? Сфера стража. Сила умения. Ну, сила умения. Легендарность. Что? Так. Обычно я максю ешечку. Но, возможно, в этом режиме есть смысл сделать нюкера и нанюкать нюку. Потому что продолжительность ослепления увеличивается. Будем нюкать нюку. Ладно. И
Ничего, у Тима не перерабатывали? Да, когда когда неподвижен. Все нормально, я невидимый. Все нормально, у меня не автокасты стоят. Я маленький чертенок. Я мансю большого. Ой, какое я гнилье, человеческое гнилье. Ага. Автокасты бы поставить. Ты чё, блин? Я умер. Все нормально, автокасты стоят. Как мы будем выигрывать, блин? А почему ставки нет? Нам нужны, короче, вот эти вот все ваши, как они называются. Так, делаем ставочку. Не проблема. Хоть узнаем, что за проигрыш. Может быть, когда выигрываешь, у тебя типа улучшенное. Обездвиж поможет. Чем быстрее вы двигаетесь против врага, тем больше урона ему наносите. Для Тима хорошая штука. Блин, ну нужна обездвижка. Может лучше снап. А, люди начинают понимать. Блин, а почему башка-то нету? Почему W не взял? Фак! Я думаю, блин. Медленно бегаю, не ускоряюсь. Фак! Ну это наши главные конкуренты, я и говорил. Это все говна. Каждый раз новые арены. Свет, блин, мочи их! Мочи козло! Вижу. Ну, это Тима, его зафокусить можно. Ничего, ничего, Свейн, я через 984 секунды воскресну. Продержись! Есть подозрение, что у нас проблемы. О боже, арена скукоживается. Ничего, ничего, грибов наставлю, если мы до этого момента доживем. По 2 хп терять, это стандартная ТФТ тактика. Эти тут что, бомжи? Как он пробегает? Что у него пробежка вообще? А, ульта у него. Так, все нормально, гриб есть. Есть сапог, наконец-то. Какого урона будет больше, физического, магического? Ну, мне бы хоть как-то жить. Ну, вообще магического, да? Вот эти вот все маги. Поэтому возьмем физическую. Пен с ним. Сейчас Леандрийка будет. Сейчас я залезу. Выигрываю ли я? Пока нет. Пока все плохо. Но у меня теперь есть грибы. Теперь начинается. А, вот как она действует. Вокруг себя разбрасываешь типа штуку. Я тебя понял. Вау, я такой полезный. Ага! Свейн, ради Христа, сделай что-нибудь. Свейн, я его задротил. Козу убей, блин, козлоёба! Голдфакера! Ты ничего не возьмешь. Ты ничего не возьмешь, я контролю. Ты сгоришь. Я Тима, ты просто тварь! Она сгорит! Танец. Козлоёб! Легчайше. Команда краба, это я. А что происходит, когда ты... То есть просто теряешь хп, типа? Так, Леандрия пошла. Пушку Максим, все нормально. Режим, только в него будет. Профессиональный стример по 2 на 2 на 2 на 2 становлюсь. Так, это наши архинемезиды. На самом деле здесь все наши архинемезиды. Пайк пошел. Пайк пошел, но у меня есть ускорение. Гриб пошел, все пошло, все. Вард встал, или как это называли? Леандрия пошла, я на пике своей формы. У Тима, блин, кровохрюки.
Я похиляться, наверное. Свейн тарку, Свейн тарку. У Свейна, кстати, бесконечно здесь ульта практически. Все, она закончилась. Не ешь. Не ешь, блин. Я плохо сыграл. Так надо было, блин, их на грибы мои заманивать, тварь. Плохо сыграли, очень плохо сыграли. Но тут надо ульты, короче, по уму сдавать. Я так понимаю, в каждом раунде есть ульта у всех. Рекламная пауза. Вы получаете ключевые руды, призыв пушинки, магическая комета. Для Тима хорошо. Для Тима, ну, затяжные бои, может быть, и неплохо. Поджигают. Блин, все хорошо для Тима. Комета отстой, по-моему. Давай поджиг. Давай поджиг, пофиг на хил. Не зря они столько тренировались. Надо просто по уму играть, и все нормально будет. Свейн рано ульту сдал. Так, а Пайка можно убить, и он будет за нас? У меня такое представление, типа... Пайк, блядь. Ну, они меня просто фокусят. Ладно, не матерюсь, сорян. У Суэйна бесконечная ульта. Если они не выходят из круга... Проблема в том, что два брузера Суэйна один хрен убивают. Отвратительно. Так, если Жоня есть, все нормально. На Жоню хватает, все нормально. В меня теперь влетает чуть-чуть. А вот это можно потом продать, да? А мы не продавали в первом раунде. Наверное. Типа это какая-то слабая стартовая штука. Ну, умеренно сильная. Ладно. Да без проблем, без проблем. Голдфакера всегда. Музон долбит. Чё людям вообще? Чё людям еще надо? Чтоб я жил? Чтобы вот этот гад жил. Ага! Но за убийство, кстати, 350. Гроза личей. Или немножечко тоже армора. Ну как армора, в смысле, защита от умений это полезно. Нет, я умираю, нужно... А потом, может быть, и два слота. Грозу личей точно возьмем. И, наверное, Рабадон, если он здесь есть. Рабадон? Рабадон. Собака-нож. Куда ты влетел, блин? Ага, сработало! Они не меня фокусируют. Нас просто, блин, катком проносит. Нет! Ну, дерево. Блин, надо реабилитироваться на Тима. Откуда вы знали 86%? Вам что-то... Реабилитация на Тима. Голосование пошло. Начинается процесс голосования. В смысле не бери больше Тима? Блин, ну влетают в него, конечно, вот эти вот псы. Не, у меня второй был слаб. У меня второй был слаб. Чисто. Чисто не из-за меня. Чё мне дали? Блин, иконка. Дайте что-нибудь нормальное. Блин, по одному скину в год. О, анимированный. Я так счастлив. Мы сегодня не заработаем, блин, сотый уровень. Ни хрена. Даже сундук не купить. Ну надо просто забанить всех, кто влетает. Вот этого вот гада надо забанить. Реванш на Тима. Режим для брузеров. Да. Как этого гада зовут влетающего? Вот этого. Слабые боятся. Это моя архнемезида. Каин! Нет, блин, Авель.
Ну таких всех ублюдков один на один и банят, короче. Никому не было до меня дела, пока я не выбрал Тима! С волком, возможно. Капитан Тима на посту. Жужжима! Мог бы купить Омегу, но Жужжима. Зачем я купил скин на Самиру? Я не умею играть на Самире. Как я борюсь с синдромом беспокойных ног? Эх, обнимаю, говорю, не беспокойтесь, все будет хорошо. Люди придут смотреть теледичь, обязательно придут. А о чем беспокоятся ваши ноги? Так, это все легко отняет, мы все убиваем. Нет, на самом деле Касадин меня будет с одного прыжка убивать. Это все в меня... Все в меня влетает! Лиса, все в меня, все в меня, все в меня. Не проблема. Мы в прошлый раз проиграли. Во-первых. Но нет, я снова сферу возьму. Мы в тот раз проиграли из-за раннего, как бы, проката. Раннего пососа. Из-за того, что я W не видел. Вот теперь нормально. Вот теперь. Вот теперь им не сдобровать. Волк будет брузить. Я буду мансить. Такой балдеж будет. Все, инвиз пошел, ладно, он не пошел. У Касси ничего нету. Откуда у него щит уже? Раскастовочка пошла, бег пошел. Туки пошли, прыжок пошел. Ренектирование пошло, плюха пошла. Рениктон не догоняет, обманка. Ну, я бы сказал, ВВ выиграет. Ату его! Легкотня. А здесь? Это Мальфит? Не, ну Мальфит, конечно. На ранних этапах неприятный. Какой скин, Алессандро. Нормально. Сейчас все будет. Так, надо с умом брать. Морозный оплот. Ледяная стена. Блин, мне полезно. У меня будет еще одно заклинание. Это вместо F. Ну, блин, оплот. Вместо бега. Ну, хрен знает. Ай, два. Там рерол был? Серьезно? Стоит ли брать Nintendo Switch OLED? Я не знаю, у меня нету Nintendo Switch OLED. Ребят, сейчас стена пойдет. О-о-о-о. Мне конец. Куни в 10 лет. Я могу стрелять и забирать цветочек. Ага. Ну все, за счет стены выиграем. Блин, я Рамусу не убью. Вы бей. Развлекайтесь. О боже. Маленький небольшой твист от Тима, джаз от Тима. Почему они фокусят волка? Потому что меня не достать, потому что у меня стена и бег, и грех. Тем временем захватывающее сражение происходит. Леха Бивоникл против Кырбырдыргыр. КО! Попробуй собери на Шора. Так, ну здесь, наверное, армор, да? Вот эти вот все морды. Давай, армор. Не, ну мне Леандрея нравится из этих предметов. Я Леандрею всегда первым собираю. На Шора зуб. Ну, в целом, да, можно второй шмоткой. Я думаю, Леандрея на Шор... Вот эта штука. Рабадон. Это уже сколько предметов? Все надо. Жоня нужна.
Бусти видосы есть, готовятся. В этом году будут. В данный момент я бы мог делать бусти видос. От этого было бы лучше все. Нет. Откуда у них пыль? Ага. Мне нужно Джонни. ВВ должен рубить. Ой, закинул их в грибок. Почему нет такой игры, где ты типа 2 на 2 против 2, и ты типа грибок? Но не факт, что ВВ, кстати. Ой, я пикаю. Я мейнер. Что ж ты пикаешь? Я возьму мунда, всех расхерачу. Спасибо большое. Спасибо большое за ваше сообщение. Господи Иисусе, что ж ты пикаешь? Нам физически больно от этого. Схватка за грибок. Этот цвет. Просто вообще. ВВ. ВВ и вот это вот я. Я и ВВ. Мы друганы. Блин, может прям сейчас взять Жоню? Ну, грибов накидаю, что. Возьмем Жоню. Не живу. Супер Tower Defense Build подъехал. Потом ли Андрея? Ну, типа я нюкер, можно, конечно, бурю людей да взять. Но я особо-то и не настреливаю, я скорее кушечкой просто. ВВ для этого режима неплохо, да. Ну, он, собственно, брузер. Мои стенки просто архи важны. Нельзя ли просто секундомер? Нет, здесь только фулл шмотки покупаются, как я понимаю. Так, сюда ставим, чтобы... Это что такое? Она стрельнет! Чел! И дальше будет? О, и в другую сторону пожила. Жоня! Ага. Отделил. Ну тут, блин, хер отделишь, конечно. Хиляюсь. Выхилился. Сосухи просто. Просто. Реабилитация пошла на Тима. Уменьшает урон врагов на 15 на 30 секунд. Маловато. Полезно. А, для дальних на 100. Блин, ну при применении умений на 2% особо не выхилишься. Будем дальше стрелять. Блин, рерол. Я не увидел рерола. Но мне нравится дальше стрелять. Первый был топ. А что было первое? Сет совершает урон направление. А зачем тогда ему наносить смертельный урон? Вот в чем вопрос. Я не... Не надо меня... О-о. Говна ты, блин, поешь. А ВВ твоего друга на этот момент зарубил. Легкодня. Да, я согласен, гриб там должен был прокнуть. Но нет. Нифига ему пофигу. С детства за Лёху Бионикла. И Лёху Медь, и... Лёха Бионикл. Блин, ну Рениктон — это проблема. А, можно ходить по воде? А в чем так? Я думал... Видимо, когда уже сужается, чтобы не зажало. Так в этом и смысл, блин, позиционирование, чтобы тебя не зажало. В смысле ходить по воде? Браво Старс на максималках. А, это ботинки. А чё я без них? Я считаю, любые тогда должны. Ну я Тима, мне не нужны. Лиссандра, в принципе, меня может и... Какие, блин, Лёхи биониклы. Чё, зажали тебя? Закибербулили? Нормально. Мы вообще ни разу.
Ну блин, это не 2 на 2 на 2 на 2. Я думал, прям всегда будет 2 на 2 на 2 на 2. Ну тогда это было бы... Тогда бы это было бы еще более хаотично. Ну я вроде живу, можно, конечно, поаркадничать, взять все-таки на Шора. Два слота есть, потом завеса Банши пойдет. Фига у меня радиус. Я в инвест не захожу, кстати. А меня можно обнаружить? Какую-то пыльцу они там попердывали. Живо, живо! Продолжаем бой. Следующим Рабадон. Или следующим... Он уже умер, так... Ну можно и Рабадон, мы лидируем. Фак, не успел. Раму затанкованный. ВВ может об него тупо убиться, на самом деле. Но мне кажется, ВВ прокачанный, так что нет. Хотя... ВВ неприятно. В доте бы я мейнил Течеса. Ну, я поигрывал за Течеса. Но тот, который еще старый был. Сейчас не знаю, что там. У всех такая крутая ульта. Умение могут наносить критическое. Поджигаете. От вашего максимального, это мне нет. Вот это мне скорее норм. Ну, скорее вот это. Но ведь он все время бегает и подрывает, получается. Получается, ничего не изменилось. Так он через все проходить может. Нифига себе. Отрезал от Рокса. Отрезал от Рокса. Отрезали Лиссандру. Лиссандру, отдай ему. Когда увидел уведомление, обрадовался. Что сегодня будет? Но ты все же нашел. Да. Отвратительному дню, отвратительной. Все по-честно. Как же вы меня булите. Спасибо большое. С днем рождения. Следующий день рождения будет еще хуже. Я придумаю что-нибудь похуже. Спасибо, спасибо. Днем рождения. Ну я фуловый. А, нам не надо. Мы слишком хороши. А тише музыку, да, на вроде. Но тут чисто бомжи за выживание сражаются. Команда Пора. 6 урона команде Пора. Способен ли Блёха Бивоникл? Лёха Бивоникл не способен. Она беспонтовая. В смысле? Вы, блин, просто старичок, который не шарит ни в чем современном. Я завтра около детсада буду тереться, говорить. А как, в смысле нет эффекта? А в чем? Я около детсада буду тереться, говорить то, что играл в режим 2 на 2 на 2 на 2. На 2. Это бы... Если сложить 2 и 2, получится Влад Бумага А4. Все зелья можно пить? Как будто да. Это я. Ну коса один такой. Мне больновато вообще. По-моему, нам сет помешал. Надо загребниться, короче, полностью. Один от грибов отъехал. Надо загребниться. Нет. Боевые сани нет. 5% скорость атаки. Берем. Блин, ну мне бы черный щит, я бы тогда. Я могу продать что-нибудь и... Ладно, 70 умения. Мы вас разъеб... Мы вас.
Сколько еще боев? На 6 урона. Сколько у нас? Нет, еще не глянул короткометраж. Ну тут мутаторы, все дела. У них последняя жизнь. У нас не последняя жизнь. Кос один настакивает сучара. Кос один настакивает сучара. ВВ не лезем. ВВ. Все загребнил. ВВ не лезем. Ага. Время работает на нас. Кос один не настакал. Ну, вообще у ВВ проблемы, по-моему. О! Я не помню, как этот щит называется. Есть цветок, блин, куда за ним побежал? Он же настакивает. Блин, не хватает мобильности ему. Хватит ли у Касадина маны? У Касадина до хрена маны что-то. Цветков нет. Испух пошел, флеш пошел, все пошло. Все, ребят, последний раунд. 6-4. Это финал. Мы не купили зелье в прошлый раз, возможно. Продать сапог. Революционное решение. Продается сапог. Кто-то покупается. Релай, хрен с ним. Хватит мобильности. Мобильности много. Сапог продался. Ну давайте попробуем. Я медленный, но в меня один хрен влетает. ВВ рано пошел, блин. Рано пошел ВВ. Рано пошел, псина. Рано пошел! ВВ, я не достакал грибов! Ладно, у него еще воскрешение. Не поможет, не поможет. Ну хоть на гриб выведи, что ли, я не знаю. Блин, коса один силен. Не, ВВ слаб, бля. Варвик, если что. У тебя есть два гриба, у тебя есть один гриб. Ерись в грибе, будь мужиком. У тебя дурацкий скин, ты блин, какой-то огненный пират или что-то типа того. Верим в победу, брата! Нет, не верим, коса один настакал. Фак! Ну, 3-6. Ладно, ладно, Тиму больше не берем. Мне что-то дали? Мне что это? Что это такое? Я ничего не знаю. Я ничего не знаю, отстаньте от меня. О, репутация. И что это? Магазин события. Дайте. Дайте, я куплю. Ничего я не куплю. У меня пропуска нет. Я куплю сфера. Хватит на сферу? У меня ключи есть. Дайте сферу. Есть сфера? Добыча. Наилегчайший вес. Это оно? Это сфера? Это сундук? Я доначу в Лигу Легенд. Два сундука. Большой праздник сегодня. Пятница, мужики. Что это за глаз? А, это оно и есть. А, сфера дешевле. Это сфера и какие-то очки еще. Куда нажать? Ну, нормально, кстати, ладно. Я могу... Я могу кристаллическую Леону купить. Я могу лунного зверя Фиору купить. Я могу звездного защитника купить. Сейчас за Самиру сыграю. Сейчас за Самиру. Я не умею, надо потренироваться. Где, как, куда нажать, чтобы тренировка была? На что нажать? Создать свою игру. Тут есть тренировка, обучение, инструменты. Спортзал призывательно. Начать. Самирик!
писик и попик. Зови Самиру. Нифига мне скинов наделали не очень много. Чел хороший, теперь купи дезодорант. Это смешно. У меня 4, у меня накуплено дезодорантов. А они были по скидке, я купил 4. Вы готовы увидеть скин? Земля расколотого зверя. Вы готовы увидеть скин за 1500 рублей? Чё с текстурой? А. А, вот почему такая всратая графика была. Это не потому, что Лига Легенд такая. Вот теперь другое дело. Какое мастерство, не? Эй, эй, иди сюда! Добро пожаловать в ущелье призывателей. Тут последний. Это монетка? Темная корона, у нее какой-то счет есть. Она бросает монетку. На монетку применяются все модификаторы урона. Она может убить. О боже. О боже. О боже. Это я нажимаю. Это я играю. Пистолеты смеются вместе с ней. Рерол. Рекол. Охренеть. На эти деньги поесть можно. Ну все, все, все. Так, дорогие друзья, значит. Куда нажать? Куда нажать? Как повысить уровень? Ремесло не для слабых духом. Надеюсь, оно того стоит. Как уровень повесить? Зрителям понравится. Сейчас все будет. Сейчас потреним. Ну, начинаем читать. Нанося вражеским уроном карту. Нанося вражеским чемпионом урон. Каждый раз новым уроном или автоатаками. Самира выстраивает комбинацию. Каждый уникальный элемент комбинации повышает оценку ее стиля от Е до С. И вас существует 6 оценок. Самира выйдет скоро перерыва за каждую оценку. Автоатаки и умения наносят дополнительное магическое урона. В ближнем, а в дальнем. А в дальнем не наносят дополнительное. Когда Самира применяет автоатаки к врагам, на которых действует эффект обездвиживания, она совершает к ним урон на расстояние дальности атаки. Если цель подброшена, подбрасывание действует еще как минимум. Я ничего не понимаю. Ну, она стреляет, короче. Она стреляет. О, кстати, нифига циферки урона. Прикол, прикол. Или так и задумано. Всегда 80, типа, или что за херня? Должно быть больше потом, правильно? Или это просто аркадный... Пробит! Это, наверное, просто ивент, да? Это не ее скин. Это не эффект ее скина. Это просто... Это просто ивент. Она стреляет, а в ближнем бою она рубает. Ты когда-нибудь такое видел в своей доте? Сможешь защитить? И стреляет, и рубает. Видел? Эффект скина, я надеюсь уж, блин. Так, эпатаж. Выстрел. А если поблизости рубает? Запомнили? Рубает по конусу. Запомнили? Циферки прям аркадные Final Fantasy. W. Вращушечка. Двойное, двойная вращушечка. Любые снаряды, которые к ней подлетают. Считается ли умение снарядами? Возможно. Только слабые творят себе кумиров. Дэш. Дэшнул. Рубанул. Начнем представление. А где мой рейтинг вообще? А рейтинг только по героям, мы здесь не можем. Закастовать героя мне сюда. Нельзя? Нельзя. Ну все, мы научились. А, манекен есть. Все, я уже вышел. На манекене потренируемся на арене, все нормально. Скин есть, а значит мне будет кидать слабых противников. Ха-ха-ха. Железо один, это не железо один, это дерево один.
Доти с арканой на Разера, он мечом вблизи бьют, а молнии издалека. А, придумали после Самира. Это было, это... Риот и Велф судились 16 тысяч лет. Погнали. Серьезное дерьмо. Отдай баллы. На баллы. На новое голосование. Чё вы мне не верите сегодня, блин? Дизмораль абсолютная. Собачка, собачка увидела, что всосали, блин, у Касадина. Забанили Касадина. Забанили Касадилью. Нужен стиль. Ой, она анимированная везде. Она. А. Блин, грув наверняка круче. Надо было просто грув купить. За 1300, не бойся. Надо было грув купить, какого хрена вы мне не сказали. Гифка вместо жипега. Да. Не просто гифка. Качественная гифка. Качественная гифка. Я сегодня весь день разговариваю в картофельный стаканчик. В картофельный? В картонный. Деменция прогрессирует. Лига легенд. Так. Команда прям под. Ну да, два АДК. Сайлос, который не умирает. У всех есть танк, кроме нас. А у меня красивый скин. Ничего, ничего, я затанкуюсь. Все нормально. Танка Самира. Не обрезан, предъявляю папарацци танка Самиру. Зато у меня живот. Почему я косплею Бэйна? Потому что я сегодня зашел в кофейню, увидел, что там есть бесплатный краник для воды и бесплатные стаканчики. И я за стаканчик и хожу, разговариваю как Бэйн. Часть выхода опер геймера. Так. Ну мы такого брузерка соберем. Она-то, конечно, гибридного, гибридного. Опенхаймер, кстати, да. Нет, блин, Хеймердингер. Она, конечно. Зато пофлексить можно. Хеликоптер, хеликоптер. Я понимаю, насколько это кринжово все выглядит, ладно. Все нормально, Кейтлин, я затанчу. Я влетаю, я блокирую. Контролим растения, главное. А, вот что. Вот что за пыль. А, можно, можно разведывать. Возможно. Не дадим им. Гейм. Геймплей. У меня D-рейтинг. Кейтлин, мы что-нибудь делаем вообще? Как у нас дела? ССС! Да Свена ты убей, блин! Ну или я. Стреляй по нему, пока! Нет! Два дурака, блин, набрали своих! Цветочек! Нет! Такого сложно оправиться! Ебанна, Кейтлин. Применяем соленое умение, потому что получает неуязвимость. По-моему, у нее как-то сбрасывается R. Три случайные души дракона, это же, блин, имба. Или нет? Вы увеличиваетесь или уменьшаетесь? Драконов. А что драконы дают? Как бы играть в эту игру, блин, помню, что драконы дают. Щит. Восстанавливаете после нанесения.
Выпускайте молнию. Я старый, я... мне не хватает мигрени. Только в этом проблема, да? Какого Мегалио, блин? Какого Мегалио? Бегу, моя маленькая принцесска. О, заблочил. Прикол. Сейчас поддохну. Ага. Пульты нету. Не дай бог она нас двоих убьет, блин, Кейтлин. Ну все, короче, все, ульта есть. Там такая ульта, вы сдохнете. Призрачная. Стеноход. Блин, ну мне нужно будет стеноходить, мне кажется. Мой любимый момент, когда я сказал это время стеноходения. Арбалет бессмертия даст нам щит. Насчет вот этого всего новомодного я уже не играл, когда... когда произошел реворк. Вот бы у меня был какой-нибудь брузерок. Борку? Игра рекомендует фиговые предметы. Сколько КД? КД 15 секунд. Сколько действует? Действует довольно, довольно неплохо. Подбили им подбивушку. Ага, боитесь, блин, секундяи. На тебе плюху. Рейтинг Е. Кейтлин. Кейтлин, блин, поставь загражду. В меня сейчас влетят, блин, Кейтлин, дура. Ставь загражду. Как же мы их мансим? Как же мы мансим, блин? Блядей корёжит! Скоро ульта будет. Побежали за талоном. Сапоги пошли. Все пошло. Ульта нужна. Ульта пошла. Ульта! Нормально. Ну, они лохи просто. Может, и я надо, Макс? Да давай три форс, хрен с ним. Мне все предметы показывают или только для... Мифики есть. Легендар. А мифики же сильнее, чем легендар. Нет, мифики слабее. Это все предметы? Как включить все? Как включить все? Я или слепой? Алло. Я не вижу. Я не вижу. Да в смысле? Новая игрушка. У нее нет трифорса? Она забралась далеко от дома и готова доказать, что может за себя поставить. Сверху слева все, ладно, посмотрим. Кейтлюша! Ну это сразу под нам подкручено. Стой, блин, ловушки. Ха-ха-ха. Что делаем? Ну давай, давай. Пошел на хрюк. Я все про... я прокачусь лицом. Не умру. Вау, оказывается, если нас летают, мы абсолютно ничего не можем сделать. Ну, она катается лицом по клавиатуре, конечно. Не уверен, что у нее сбрасывается. Как это все работает? Как это все работает? Можно второй раз ультануть. У нее это сработает. Умение, криты. Ускорение умений. Левое решение. Посмотрим, к чему оно приведет. Мою душу не сломать. Арсенал достойный. Все предметы. Ну все предметы. Я нельзя трифорс купить. Мы продолжим через 5. Чё за фигня? Потому что она рейнджа? Рейнджо. Да можно рейнджа было. Израиль всегда всякие. Оу. Ау! Мое время
Uh-oh. Как же я отошел? Давно пора. Пригодится. Мы им ничего не снесли! Посредственно! Я понимаю, что раз в два раунда. Вот я увидел. Я увидел. Я въезжаю в стройку. Дедри Форс. Дедри Форс. Алло. Увидел. Что сильнее, мифики или легендарки? Ну а все, с Трифорсом новая жизнь пойдет у нас. Это я. Что, каждую пятую атаку, блин. Мы... Против нас тоже лохи, все нормально. Нормальное музло, что не нравится. Ой, крит. Ой, панталон. А я могу в скале стоять? А я могу в скале стоять? Не факт, не факт. Самирик. Писик и попик, блин. Да мы сам! Пусть меняют турнирную сетку. Будет интересно. Да и за Кейтлин все, блин. Ураган. Скорострельная пушка. Что вы мне порекомендуете, мистер? Крауби... Не, ну... Не, коллектор — это фигня, все. Мне уже ничего здесь не поможет, да? Я не знаю, как за Самиру играть. Какой хрен скин купил? Пятнадцать секунд еще есть побалдеть. Грозовая биба, убегать, заряжать, стрелять. Балдеж. Я обещал танком быть вообще. Я обещал танком быть. Кин можно вернуть, там три рефанда. Опа-па. Собаку бить нельзя, нифига. Хоть в какой-то игре. Говорящие собаки? На турнир теперь кого угодно пускают? У нее реплики про турнир. Нет, у нее реплики про нового героя, скорее всего. Ну давайте, давайте. Нет, не давайте, вы нас расхерачите. Я немного испарился. Ладно, ладно. Если так, все, первое место берем. Я знаю, я знаю. Я знаю, я знаю. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Ганнибалы. О, ганнибалы звучит как ганнибалы. Прикинь, ребят, кто-нибудь видел? О, ну все. Это конец. It's over. Так. На всякий... Чисто, как бы. Чисто. Чисто, на. Пора кончать этих всех. Голосование за героя. Ну а как, типа, много героев? Ничего не надо. На этом все и закончится. Доктор, на месте. На этом история людей, которые думали, что они победят в 2 на 2 на 2 на 2. 2 на 2 на 2 на 2. Фак, я мог купить розового, если бы не купил коробку.
Ну все. Готовьтесь, готовьтесь. Что мы имеем? Самира Лоховщица и Сет Лох. Мы два крутых чела. Геи! И... Просто что-то нагенерированное нейросетью. Все, все, начинается. Начинается серьезное. Доктор крутой выбор. Я на докторе в мобильном лоле был топ-100 сервера. А на сервере точно было больше 100 участников. Ну, я скорее на старом Мондо, ладно. На новом плюс-минус соображаю. Поглядим, поглядим. На сервере было 101. Да. Нет, из Мунда типа. Самира самая красивая девушка. Да, это просто латентность. Если у женщины есть на теле хоть один мускул, это уже латентная гомосексуальность. А можно загрузить? Мне тоже нравится. Ничем не отличается. Самира, Акшан, как бы не отличишь. В темном помещении. 95. Кто-то, блин, играет на своем вот этом вот ноутбуке. Не согласна. Самый красивый Серафима и Люкс. Ну так ты же... Судя по тому, что не согласна. А ты не шаришь. Ура, отстакаем 5000 хп. Если когда-нибудь догрузимся, конечно. Ля. 97 было. Вы меня не наедрините. Может, и у меня, кстати. Надо бы перезайти, возможно. Может, из-за стрима. Может, из-за альтаба. Или это как раз у меня. Это же не загрузка всех. Это типа... Это у меня? Это у меня? Раньше же показывалась отдельная загрузка у всех, нет? Алло. Лига, я таких ошибок, блин, не видел 3000 лет. Загрузка у всех общая. Ура, он вышел. Критическое обновление, перезагрузите клиент. Самое время. У меня там вообще-то мировой чемпионат по 2 на 2. Алло. Алло. Какие ты начал драйвера качать? Мы в игре! Мы в игре! Челы реально меня ждали все это время. Так! Противника не оскорблять! Если только он не оскорбит вас первым! Но ведь это лучше. Мана! 200 здоровья. Восстановление. Блокирует. Нормально. Дорогие друзья, мы начинаем сеанс серьезного уничтожения. Мы продолжим через 5, 4, 3, 2, 1.
О боже, он тоже мансит. Тонкс. Ну давай, давай. Ну давай, давай. Вуконг, просыпайся. Вуконг. Я один двоих не смогу. Он АФК? Это Халк-юрист. Любой Халк-юрист, если ты достаточно смел. Вуконг, блядина! Не, ну меня в теории хоть одного убить, да, типа. Ой, все нормально, с руфтапки берег выключается. Хватка нежити, это полезно. Искусственное лавирование, хер знает, хер знает. Помечают, пофигу. Дополнительное восстановление. Это же литер или мунда нарисован. Видим мунда, берем мунда. Ну если добровольно, то все нормально, в чем проблема? Плохую вещь добровольным не назовут. Регина — это хорошо, регина мало не бывает. Наверное. Много регина не бывает. Так. Все нормально. Сказал я, и он опять ВФК стал. Не-не-не-не-не. Рубаем! Рубаем! Самирчик! Писик и попик. Так, мне нужна горяшка, конечно. Для этого всего. Цветы есть? Я за цветом. Убили тебя, Вукуля. Ах ты моя Вукулька. Ну это один в двоих. Мне надо хоть одного убить, чтобы были денег. Я не убью. Пока слаб, пока слаб. Так, все, реген есть. Хватает пока только на сапоги. Ну, прозрачность, наверное, имба. Мунда сам регенится, если отойти. Нет, регенится сам, во-первых, Гарен, если не получает урона. Ягодки сильно лечат. Какой Вуконг, блин? Мне тут Вуконг вообще в хрен не всрался. Кто угодно, блин. Мах, стрелок, брузер. Не, ну Вуконга можно раскачать, конечно. Стой, блин, в кустах. Я пока в них буду кидаться. Пошел, пошел, ты чё? Ну, Акшана надо, правильно вообще. Ща я горяшку соберу. Выхилился. Я прикрою! Я прикрою, придурок! Или это клон был? Нифига, это не клон был. Активное тыкание по кнопкам. Я чуть не застрял. Я не знаю, что делает Виего. Виего, ты такой красивый. Лохьё. Так, вэшку не... Можно и вэшку. Ешку качаем. Так, все, горяшка пошла. Что-нибудь другое, я не знаю. Путеводные увеличивают абсолютно... Во время применения абсолютного просветляйтесь максимально запас. Ууу, секси. Пока действует, вы лечитесь. Но пока горяшка, конечно. Пока горяшка. Колоссальное поглощение. Какие-то новые предметы, я ничего этого не знаю.
Спустя 3 секунды. Это все фигня какая-то, да? Говорят, сердце. Да? Я не знаю. Ну, 800 здоровья — это много. В Уконге вообще... А тут мало, кстати, да. 350. 800 здоровья — это дохренище. В Уконге хилять, блин, путь в никуда. Банку взял. Горяшка пошла. Пауэр спайк у меня по... Не смей, блядь. Не смей. Да они меня не убьют, лол. Они меня убьют, лол. Вукон, говна пой... Куда он влетел? Как он так быстро? Пробивание пофигу, знамя власти. Как будто я ненадолго усилил вашего союзника. Защитные маневры. Наверное. Или надо было зареролить. Блин, мне бег вообще не... Фак, я забыл про рерол, ладно. Все у нас нормально, все у нас нормально. ХП, мало уже ХП. Никогда Вуконга не любил. Ну, у джанглеров другое предназначение. Джанглеры, блин, мне кажется, сюда тоже так себе заходят. Кого он здесь будет летать? Нафига мне эти ботинки? Убежать, отрегениться. Вау, он встал за клона. Пошло окшание. Пошло танкование. Таямба. Кого у него КД, блин, этой штуки? Я просто неудержимая сила. Ну вообще нас разводят. И я что-то маленький. А что такой маленький? Вуконг, ты что-нибудь сделаешь сегодня? Нет, вообще, как идея? Не, ботинки имба абсолютные. Цветок уменьшает колдаун. Оу, серьезно? Надо будет. Я всегда ешку типа стаку. Ну, давайте возьмем сердце. Ну, очень много хп. Может быть, это замена. Убрали Force of Nature, или как он назывался? Зелененькую штуку убрали. Я всегда через Ешку качаюсь, чтобы много урона наносить. Но может быть, здесь есть смысл шоковую терапию. Или она не снижает урон по мне. Больше, чем... Не, Ешку, короче. Доспех возьмем. Доспех возьмем, Force of Nature возьмем. В смысле... Все возьмем. Куда ж ты сразу, блин? Вукон, что-нибудь делаем? Как вообще? Кто-то смеется. А что я на пятерку делаю? Гори! Оу. От щита надо уходить, ладно. Это я настакиваю? Попадать бы еще. Норм. Со Свеном проблемы. Отойдем, чтобы у него сбилась ульта. Тамирик. Отойдем, чтобы у него сбилась ульта. Нифига у него не сбивается ульта. Я рано сапоги прожил. Нормально. Так, сапоги на единичку. Вторая ульта. Еще больше ешки. Ну пока для хила возьмем спирит. Понятно, против кого мы сейчас будем драться? По-моему, нифига. Он знает, что ульта Свена не кончается, пока враги рядом. Так я говорил, отойдем от Свена, блин. Вуконг терся рядом. Говно. Это я на стаку 135 хп? Прикольно.
бойцы! Время вышло! На ринг выходит Самира! Да, пофиг нам на Самиру. Вот этих надо выбить, бомжей. Или это мы? Нет, это не мы. Мунда не делал ошибки на ЕГЭ. Прикрываю. А что Самира делает? Абсолютно ничего. Капец, я здоровый. Акшана нету уже просто. Акшан закончился. Не, смотри, Акшан. Нахишан, нахишан. Сапог! Ага! Санье, иди сюда. Сюда иди. Виега, ты такой красивый. Чай, Адригенович. На какой хрен я Самиру купил, у меня Мунда есть. Легкотня. Так. О-о. Ну, скорость передвижения для Мунда, это, конечно, хорошо. От него не отлипнешь, типа. Главный босс качалки. Рассказываю, значит, план, по которому мы будем выигрывать в этом раунде. Получился Стонгс. Не, рекол не работает. Ну чё? Было ляжа. Кто там ржет? Это обезьяна? Что за звуки? Соседи? Будет ли когда стрим по Overwatch 2 с новым героем? Будет, только телеговно. Знаменитое августа, августа говно. Не, ну шипы. Покупки на ринге ярости стало еще проще. Как же я хорош. Какая Самира. Как я так вырос? Дамаг штучку. Ну, у меня 500 атаки с руки. И я горю. Пока не ощущается необходимости, как бы. Кто это такой? Это тоже Сет? А разве у Сета не был другой? Вообще они меня вдвоем раскулачат. Поэтому они Вуконга-то и фокусят. Все нормально у Вуконга штучка. Смех, это Вуконг! Ну, он меня убьет вообще. У него горяшки всякие. Это под давуха чисто. Хотя... Цветок! Цветок! Ульта! Ульта! Просто вообще. А, он живой. Побеждает команда Крата. Команда Кратоса, блин, побеждает. Так, ну опять же... А, мы еще можем рог продать, все нормально. Продаем рог. Еще увеличивается. Увеличивает размер чемпиона 25%. Let's go! Он вложил в эти бои кучу денег. Покажите ему, что он не прогадал. Гидру, говорят. Титаническую, типа, она есть? По-моему, Старка в размерах тоже увеличивает, нет? Ну, чисто порофлить.
Поглядим, поглядим. Пока посмотрим на простачков. Так, так, так. По-моему, Самира слаба для этого режима. У них два сета или я... Можно одинаковых героев выбирать? Я же говорил, я не сумасшедший. Батя собрание пришел. Да, было дело. Союзнику фонарь пусть пососет. Огненная душа. А можно что-нибудь на размер? Обездвиживайте. Ну нормально, липким надо быть. Можно взять. Возьмем липкого. Не успею уже боты продать. Надо было, надо было. Ну боты вообще полезны. Через... Это финал? Это финал? Ну для них да. Какой смысл, блин, убивать сета, типа? А, он по нему попал, нифига. Что-то происходит. У сета сильный щит. А я от тебя убегу, блин, и твоя ульта закончится, придурок. Придурок! Вот здесь постою в камне. Не-не-не-не-не-не-не-не. Мы договорились, у тебя ульта закончится. Ага. Да почему она растет опять? Чё за говно? Мистер? Чё закончилось? Или не закончилось? Я не понимаю. Должна же была закончиться. Сюда подойди. Сет, не мешай, блин, у нас тут... Цвет сожрал, он цвет сожрал! А, он ее апсет и рефрешит. Серьезно? Отвратительно. Блин, ну мне сапоги нужны. Возможно, уже и гида не настолько хороша. А что взять? Сила природы. Типа, если убить сета, то он по врагам бьет в этот момент или по всем? Не очень понятно. Ледяное сердце бы пошло. Революционная идея. Бафы, бафы, бафы. А, тут еще не конец. Не, ну я думаю, эти отлетят. Нам бы лучше, чтобы Свен отлетел. Свен. Я его все Свеном называю. Свен-то в доте. Давай, 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 погнали. Ну вот он раскастовался, надо от него убежать. Кстати, нормально урона вносит. Блин. Оу. Давай, сет, красавчик. Сет по красоте. Не попал. Нет. Блин, замансит он его. У него нету магического сапога. У него уже вообще сапога нету. Фа! Команда Миньона покидает соревнование. Так, зелье действует, все нормально. А, ну даже мы. Блин, ну фиг знает. Что бы такое умное сделать? Сет вообще тоже нифигово затанковался. Свен, блин, 7000. Откуда у них шапки? Почему у них обоих шапки? Как сделать, чтобы у меня была шапка? У меня тоже шапка. Почему у нас у всех шапки? Нагрудник на антихил. Блин, чел, я не знаю, что это. Я не знаю. Я уже не успею. Вот это. Хим-доспех из Аркейна. Ну давайте. Люкса мешать будет. Да?
Или Люкса просто стреляют. Больно. Я не отхожу от всех этих. Ультанула псина, отходим. Закончилась ульта, что будешь делать? Цветочки стакать? Легкотня. Я сговорил, первое место будет. Я говорил, я предупреждал. Я 50 на 50. Мы многие поверили. И многие все-таки. Бронза! Что за испытание? Вы были исключены из группы. Я был исключен из группы. Я был исключен из группы великого сру в тапке в одно слово с маленькой буквы, с большой буквы, большой буквы. Я был исключен из группы. Он не захотел бы... Опа! Нифига, из дерева бронзу. Так, за кого бы еще сыграть? Файтинг. Да файтинг не... Файтинг не взрался вообще. Может быть, нам уже хватает репутации, конечно. Какой файтинг? Что это такое? За это что-то дают? Может, сферу дадут? Надо сотый уровень. Сколько еще раз надо, блин, всосать, чтобы сотый уровень был? Какой файтинг? Не, в обычную что-то лень. Это долго. Почему все лучшие скины на люксу? Надо же как-то оружие менять, да? Раскол, элит. Трюк! О, я подбросил и выстрелил. Ну, это почти геймплей. Сейчас будет опять подброс. Подброс. И эрочка пошла. Так ли это работает или нет? Грагас мне пишут в чате. Я не очень умею, но Грагас это забавно, потому что он может выбросить за пределы горящей арены уже. За круг может выбросить. Звучит сексуально. У нее армор. Но это она бабл свой типа докидает. Вау. Я продую. Там типа прям выбросы как Smash Bros. Ты чё? 30 жетонов, сумеречный рывок, чтобы это ни было. Уничтожает щиты, видимо, это надо. Кровотечение. Если Самира применяет умение пистолета, бомба взрывает. Ну, это что-то забавное, можно между матчами заходить, типа, да? Хрен чё купишь, конечно. Я так понимаю, если прям плотно, ну, нужен пропуск. С пропуском. Блин, какие пропуска, вы чё? Как пролет? Не листается. Нельзя посмотреть, что будет. Покупаешь, блин, кота в табакерке. На колесо мыши. То есть, если прям все, я так понимаю, прокачать, то можно купить... Красивая папайка. Без пропуска две сферы до 40 уровня. Ну, это терпимо. Цветовые схемы. Не, я, конечно, рефандну эту Самиру. А на нее, наверное, и цветовой сферы нету, да? Да. Так, за кого бы нам еще сыграть? Где это все смотреть? Профиль. Не профиль. Коллекция. Конечно же, это коллекция. Ну, Вай нет. Тима. Можно накидать грибов, конечно. Мы это уже играли. Гарен однокнопочный.
И Лао, и, кстати, весело звучит. Синджит, Синджит. Нет, слишком мало урона. Так долго не побегаешь. Кейтлин, вайфу. Чё, га там разожраться тоже? Да хрен разожрёшься. Это крипы нужны. Ульт попи как будет работать? Ну, должен выбрасывать. О, у Север новый арт. Или Север. Вот этому арту, блин, больше лет, чем мне. Ну, он типа с какого-то там китайского клиента. Капец на нее. Ой-ой-ой. Капец на нее скинов. Это тоже старый. Когда-то это считались арты хорошего уровня. Вот, ради этого, по-моему, нет, это нет, нет, нет. Я хотел сказать, ради этого скина я на ру сервер перешел. Ну что, за Илауи, что ли? За Хеймердинкера турельками пострелять? Давай. По-моему, у меня скин есть, Марс атакует. Бронза жестко врывается. Посмотри скины Кайсы. Кайса это... Если бы была нормальная превьюха скинов, блин, у них, конечно, этот клиент динозавровый, у мобильной версии гораздо лучше. Я понимаю, что здесь очень много скинов, и нужно это все. Хоть превью модельки бы было, что ли. У меня есть KDA. Попали в бронзу и сразу кидают к профессионалам. Азира, наверное, тоже, только я с него не умею. Как будто я за хеймером имею. Мобилка в целом в разы лучше. Да, да. Мобилька, мобилька очень хороша. Партии по 15 минут. А рам есть. Больше ничего не надо. Управление удобное. Ну, в принципе, мобы вообще не нужны, поэтому... В том же Лоли так и не обновили модельки хотя бы до уровня мобилки. Очень много скинов, очень много работы. Чё делал целый день? Пил бельгийское пиво. Смотрел кентавра. На этом все. Я никого не забанил. Вот душа истины, мудрый выбор. Пиво. У меня нету скинов. Как кентавр. Ну, сойдет, прикольная атмосфера. Очень прикольная атмосфера ночной Москвы. Развязочка немножечко. Хочу сегодня Baby Driver пересмотреть, сравнить. Потому что похожие немножко. Слышал про игру Dave the Driver. Dave the Diver, да, слышал. Кучу денег собрала. Выглядит клево. Нет, я не пьяненький, это было давно, я не правда. Возможно, на мои решения взять стаканчик и говорить с него, как Бен. Все-таки повлиял стаканчик прохладного бельгийского пива. Пиво нахрен не нужно. Так. Тима. Ясу. О, нет. Ясу и Йоны. Let's go. Если Ходс выйдет в стиме, будет играть. Ходс в стиме не выйдет, Ходс, поддержка закончена. Это же не бокс, а бой на выживание. Я не думаю, что нам мана нужна. Возьмем немножко хп себе. Так, двойная турель, я думаю. И граната, чтобы станить. Хотя, наверное, нужно все три умения брать. Давайте попробуем. С Малафитом мы. Ну, всосем в лейте, конечно же, сочайше. Шачу! Нет! Вот это я называю геймплеем. Кольцо сжимается!
получится. Будет ли Вов в стиме? Ну, теоретически будет. Это, блин, это не запах науки. Коробки против турелей, все смешалось. Куда ты? На кого ты? На было ракеты брать. Деньги? Ей. Легчайшая. Команда Крава. Ключевые руны, казнь электричеством, фазовый рывок. Эффекты при попадании. Наверняка там что-то есть полезное под магию. Навсегда один умение, когда про... Берем. Блин, много всяких модификаторов. В целом, конечно, довольно разнообразно. Попробуем раскачаться. Нет контроля перс. Ну, на то она и мобилка, да. Вперед, команда крабов. Новый пользователь чата. Джампер Джава, спасибо большое, что новый пользователь чата пришел на этот стрим и поддерживаешь стримы по Лиге Легенд. В качестве нового пользователя чата. Храни тебя Господь. Если бы каждый выстрел моей турельки настакивал АП, я был бы так счастлив. А может он и настакивает? Ну, если бы я еще ракетами попадал. Ну, если бы я еще гранатами попадал. Ага. Кольцо сужается. Все в центр. Ну, я 23 настакивал за один бой. Совсем не имба. Куда ты, блядь, полез? Вообще. Турели стакают или нет? Мне кажется, я столько раз не попал, поэтому, возможно, турели стакают. Ну, тогда у нас все неплохо. Все набрали говна, блин. Если меня Ясуо, конечно, не дваншотает. 32 за бой, это супер имба. Рабадон точно нужен. Так, как работает R, вспомнить бы. Улучшай свое следующее, но это турель, конечно, нужно. На КД сапоги или убегать будем? Пока выглядит, как будто эти сапоги must have. Попробуем все-таки Леандрию. Срабатывает ли Леандрия на выстрелы? Я не знаю. Раньше Riot Games часто ивенты делали. Ой-ой-ой. Наслаждайтесь, бляди. Нет, мы не доживем. Стан пошел. Мальфит, работай. Под турель иди, Мальфит, блин. Она только под меня. Не, надо зоню, короче. Не, ну это два... С этими двумя, блин, громозеками будет сложно. Ой. Рекламная пауза. Ладно, мы до них недалеко. На Леандрии чисто, чтобы это настакать еще побольше. Нормально. Кстати, я сапоги не прожимал. Я мог убегать через сапоги. На кой хрен губил? Если бы можно было настакивать АПшечку на манекене, я был бы так счастлив. Ну давайте нам любых вообще. Шачу давайте и Тима. На них настакаю. Ладно, эти тоже сойдут. Какая кайса. Танцуй и кайса. Нифига ты заван.
Слышь, сын, блин, собаки. Ну я турельки всираю немножко. Ага. А почему у меня нет F? Кто-нибудь знает? Почему у меня нет F? Перезаряжаю? Что? Он по раундам. Ну какой мальфит? Ладно, нормально. Стой здесь. В основном за счет меня. Я основной урон внес. Потом после матча посмотрим. После матча вы дристалите, увидите. Нет, спасибо. Блин, казнь электричеством на многих героях. Ладно, у меня есть F. Это прям куча дамага на том же Тима. Насчет Хеймердингера не уверен. Темная жатва, это тоже какая-то штука. Бумеранг. Звучит бесполезно, я в это верю. Вообще пофигу наставим на фирей. Тихо. Глупый мальфит. Апеха наслакивается. Господи, я так счастлив. Это что было? Не смей даже на меня, блин, пальцем посмотреть. Там турель работает. Там турель работала. Блин, Шачу жив, по-моему. А, не, все нормально, я внес. Команда краба. В своей лучшей форме, я бы сказал. Ну мы настакиваем, поэтому надо... Надо много-много дефа. Чтобы громозейки... Дима, но очень Тима. Господи, какие у всех ники. Вот вы говорите, ру-сервер, ру-сервер. Это боты. Они ушли. Они ливнули. Пойду ли я на Барни? На Барни. Так не будет Барби в России. Прикрыли лавочку с казахскими релизами. Я бы сходил. Я в первый день пошел. Нет, ну, наверное, все-таки сначала на Опергеймера, конечно. Будет, схожу. Ну, давай, давай. Я надеюсь, мой бумеранг стак... А можно... Легкотня вообще. Мастерство на высшем уровне. Показывают Барби в России, в Омске так точно. Ну, может быть, это какая-то децентрализованная история. В Москве не было последних релизов. Если уже показывают, я не верю. Мы сейчас проверим. Мы сейчас проверим. Чел, ты жестко. О, чел. Ты думаешь, ты бросил, и мы не проверим. Омск, кино, сеансы. Афиша.ру. Ну, на Афиша.ру могут не показывать серые. Зачем я ракету беру, я же ей не попадаю. Это клон? Это клон. Через недельку две везде будет. Ну, не было. Последнего Пиксара не было. Нифига, блин. Трансформеров не было. Трансформеры сейчас скажут, и час есть, но они уже в цифре появились. Посмотрим. Килки нет. Бумеранг-то работает. Поразить.
Фак. У нас проблема. Ну, ну плохо сыграли. Трансформеры в Казани есть сейчас. Ну, потому что они вышли в цифры и вам показывают уже то, что вышло. Ну да. У меня, блин, в моем кинотеатре неделю назад тоже трансформеры были. Поджигают автодаги пофигу. Восстанавливать. Блин, наверное, вот этой штукой я больше восстановлю, чем вот этой. При применении, тем более. Не знаю, как им это удается. Поэтому я взял это. Сапоги вообще не юзаю. Кринж! Ага. Cool story, бро. А вдруг убьет обоих? Остановите этого человека. Ну как человека? Он же на Ясу играет. Так. Слотов еще много. Можно взять замедляшку. Можно спайкнуться как бы на Рабадоне. Мне кажется, спайкнуться надо. Обычно призерам выдают деньги после победы. Спайкнули. Но на нашем турнире свои правила. Настало время шляпы. Так шляпа на стриме уже 2 часа 22 минуты. Так, ну я смотрю, одни либо вылетели, либо уже проиграли. Боты проиграли? Или они вылетели? Или они вылетели, и потом боты проиграли? Я вот эту механику не пойму. Нет, он атакует ближайшего. Он не врагов атакует, Сет. То есть в целом он всем мешает. Как будто у братов-акробатов как будто какие-то шансы есть против... Им больно против нас, но им хорошо против Шака и Тима. Не кажется ли мне, что фана в режиме не хватает, а рам куда интереснее? Ну, а рам специфический режим. Здесь вот эти мутаторы прикольная тема. Мне кажется, с балансом проблема. Мы продолжим после перерыва. На 2 часика норм. Второй раз я сюда, конечно, не вернусь. Чтоб прям захотелось второй раз поиграть в это, нет. Так, продаем вот это. О, нам два... Нам всего хватает. Так. Мах. Ну, по-любому, я думаю, релай. И пробиваха. Снаряжение не выиграет за тебя бой. Вот это что сейчас вообще? Критический удар. Это какая-то параша. Шанс, щит себе или союз. Я не знаю. Что сейчас пробиваха считает? Я нашел. Релай — это дота. По-моему, это какой-то разработчик, который участвовал и там. На него отсылка. Так, Шачо. Увидели Шачо, увидели ловушки. Просветок-то мало. Блин, у Тима какая-то херобора. Это ловушка! Мальфутик, живи. Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Изи. Шачу запрыгнет куда-нибудь. Больно. АП Шака. У нас проблемы. Я пытался выхилиться. Но Мальфит не убьет. Не-не-не. Какой слабый прокаст. Ну, ну потому что он, блин, танк. Мастер комбо. Ну, как будто и мастер комбо. Исчезновение.
Прикосновение поможет. Урона-то мне хватает. Мне не хватает, блин. На 4 секунды или до применения способности. Ладно. Зелье надо было купить. А мы не в игре. Ой, Самирик. А в Wild Rift тоже арену добавили? Ничего себе. Ну, в принципе, а что тут добавлять? Не настолько уникальный режим. Для мобила норм. Братья, акробаты-то еще в игре. Давайте Шака выбьем, короче. Но они не выбили Шаку. По-моему, им Самира поднасрала. Убийство бота в центре что-то дает или просто мешает? Ну вот Свейн, например, ульту свою не сбивал. Центровым. Совершать покупки. Что дает? Ярости стало еще проще. Что дает шипучий напиток? Этот боец на стиле. Просто деньги? Просто тратишь? Шляпы? Это шляпа всем дает? Был прикольный ивент ПВЕ, который с космическими, типа... Ребят, финал, можно всрать. Ну как можно? Надо не попасть под Тима нож. Надо не тратить турели. Откат турели довольно приличный. На всякий случай, чтобы Шачу не убежал. Как же все жмутся. Все решится в одном замесе. О, это клон был. Это клон был, придурок. Я всрал ульту. Один пошел. Второй пошел. Нет. О, сгорел, сгорел за счет Леандрии. Да, космическая Одиссея назывался. Только мы голосование не запускали. Фак. Ну, это было неплохо. Передамажил. Нет, Тима больше вдамажил. Помог ли мне или мешал Мальфит в этом режиме? Сложный вопрос, конечно. Последний матч, ребят, и мы получим сотый уровень, и мы узнаем, что дают за сотый уровень. Последнее голосование. Держи сапку за победу. Может, в ТФТ? Господи, тут тоже какая-то параша. Везде какое-то говно. Вау, иконка. Я люблю иконки. Иконка. У меня много иконок. С какого года у меня иконки? С 2012-го. Платина была получена. В 2011 году. Серебро. Ну, в первом сезоне платина. Как сейчас помню. Да. Это я что, в 18 году типа активно играл? Откуда у меня столько говна? Возьми девочку, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Может, эту? Она всосет, мне кажется. Это вот этот был как раз ивент с визуальными новеллами. Действительно, подписку. Жесть. Можно по алфавиту, пожалуйста. Азир, Акаль, нет. Можешь маму купить. Смотрите, какая мама есть.
Прям. Она в другую маму превращается. Она джанглер тоже, поэтому. Не думаю, что она в этом режиме хороша. А Нивия, кстати, норм должна быть. Но это все маги. Лицом притягивать особо смысла нет, только второго персонажа. Кстати, Векс девочка, по-моему, да? Да, нет. За Гвен не умею. Леона. Не. Ну и Лау, и женщина, что. Она не успеет тентакли, мне кажется, наставить. Может быть, она как-то перебалансена, подбалансена. И она ультой типа два тентакли только выдаст, а это довольно слабо, поэтому. Можно Кейлой. Кайлой, типа. Кайла Нормани. Что за Милю? Милю саппорт. Что за Нила? Кто она? Воин. Твоя телеграмма, телеграм. Жизнь не жизнь. Если ты чего-нибудь не хрюкнешь в микрофон, если серьезно, почему не постишь видео? И списался. Нам не нужны эти молодые смешные каргасы эти. Нужен ты. Нет, ничего больше не будет. Спасибо большое. Зачем что-то обещать? Шивана, кстати. Может, Шивана. Так, просто потанковать. Не, ну новый Удир, это жесть какая-то вообще. Ты погляди на него, господи. Лучше, чем скин. Стандартный лучше, чем скин. Типичный москвич. Удир? Мне нравилось за Шивану на топ ходить. Не, ну за Ривен я всосу. Ирелия тоже слишком сложно уже. Погнали за Шивану. Будем бегать и гореть, что от нас надо. Что ж 10 секунд-то, блин, даже в поиске. Я так медленно. Я так быстро не печатаю, чтобы. Даже никто не. Что там с видео? Ничего не будет. Закрываем канал. Продаю канал. Кому нужен канал? Две пачки пепперони и. Что там? Блин, забыл, как мем. Как мем звучит, правильно забыл. Какую-нибудь надо, блин, реально шачу забанить, я думаю. Что-то влетает неприятно. А, уже забанен. Стою в сторонке. Поточу перышки. 500 рублей и две коробки пепперони. Не, ну это говно. Если он за желешку будет, я воин возьму, наверное. Чел, реально? Реально желешка? Ну возьми уже, чтобы я понимал. Может, не дали? Он реально взял. Начнем охоту на тех, кто продался тьме. Уродливые скины из нулевого года. Let's go. Зак хорош в этом режиме. Так я не спорю, но... Мы бы были два танка, мне кажется, мы бы посасывали. Так, а вот и Элай, а вот и два танка. О, им будет больно, если они... Но они в меня влетят, поэтому. Сначала будет больно мне, потом им. Поглядим, поглядим. Шивану в АП. Это у вас какие-то продвинутые тактики уже. Так, есть, короче, вот это, по-моему, киноафиша. По-моему, киноафиша показывает пиратские сеансы.
Ну, это все в цифре вышло. Это старое, то, что до прикрытия лазейки показывали. Гипнотика да говно от Родригеса. Не знаю, каким образом оно вышло официально в России. Нет у вас в Омске. Может, экранки показывают? Может быть, настолько преисполнились? Ну, может, и Лауи здесь норм, я не знаю. Есть не у всех? Ах, да! Это же не бокс, а бой на выживание! Живо, живо! Продолжаем бой! Так. Главное, под люксу не попадать. Это Сарака. Тогда еще проще под люксу не попадать, если это Сарака. Стоим, да? Полетел, чел, полетел. Стана не было. Мне больно. Где лечилка? Лечилка в центре. Я ничего не сделал. Вообще. Абсолютно бесполезный Вейн. Ну, Кайса сильнее Вейн в этот момент. Ой, как я плохо сыграл. Ничего. Я влечу. Ничего. Второй раунд. Пассивка будет прокать. Да я что-то влетел в Кайсу, короче. Она меня начала настреливать. Вау. Вы видели это? Не считается проигрышем, пока у него зомбак. Серьезно? Ой, какая грязь. Фигня. Поджигают. Бумеранг. Искусственное лавирование, по-моему, это как раз, это типа фитворк. По-моему, норм. Я не уверен. Но, по-моему, норм. Господи, что это? Чел, зачем тебе? А, не, ему нормально. Он выбирает. Понял. Вау. Первый пошел. Надо через А, блин. У нас проблемы. Дай мне одну. Стан пошел. Пассивочка прокает. Надо, главное, умереть от него, блин. Мастерство на высшем уровне. Чё же он живёт-то, блин? А чё же я по нему не стреляю, блин? Зак — единственный чел, который сам по себе пушка, но он взял этот скилл. Не, ну теоретически может влетать. Тупо на W. Я за сапоги. Шквал. Рывок в выбранном направлении. Я думаю, убийца Кракена будет. Почему у него снова фулл хп был? У Сиона, у врага, он после смерти возрождается. Он теряет хп. Да, блин. А можно не хиляться в этом матевом режиме? Я не знаю, как это все работает. Влад!
У Гвена Мун, да, я примерно представляю. Мой челик пересобирается. Ну, здесь без шансов пересобраться, мне кажется. Кайчу отвратительно. Сила шторма. Ну, что-то рывок у меня вызывает вопросы. Мне кажется, танков я буду убивать и с пассивкой. Может быть, все-таки арбалет. Кто еще? У меня проблема будет в выживаемости. У меня в бурстовом уроне будет проблема. Танков я и так убью. Человек спрашивает про бусти. Я обновлю. Стример не хочет знать, где покажут Барби. В смысле, я хочу знать. Чего не хочу знать-то? Я хочу Барби. Хочу Барби. Что я должен сказать, что я хочу Барби? Чел, ну ты слишком рано врываешься, блин. Стоять. Остановите этого человека. Это кто, Сарака? Ну, мне пока скорости атаки не хватает. А можно? А можно? Можно из кольца выбрасывать. Ладно, сойдет. Сейчас против танков будет, должно быть все нормально. У нас спайк. Так, магический норм, хотя мне и так нормально. Ну не Саня же. Морозный оплот. Блин, стена, а против кого стена? Ну там стрелки. У нас проблемы и так со стрелками, поэтому. Против Заб-Запа стенку взять. Урона типа будет дохера вообще. Может стенку, чтобы вот эти бомжи тоже не вылетали. Возьму стенку. На санях пушку догонять. Да у Вейн нет проблем с уроном. Сион-то не должен стенку пробить в теории ультой. Алло. Чел, пора просыпаться. Пушка заряжена. Ой, флитворк пошел. А точно ли у меня там флитворк? Плохая стенка. Самирик. Там железка, кстати. Железка воскресла, лол. Закатили нормально. Триндамиром также можно в конце раунда, это же имба будет. Ну, а как ты доживешь до конца раунда? Ну да. Если засолил до конца раунда, то имба. Я думаю, танцор лучше, чем пушка. Хотя... А танцор щит не дает больше, да? Ну давай, чел. Посмотрите на эти мастер-плеи просто. Он влетел, я отрезал. Ах ты сниперша. Не режь всех. Блин. Я не знаю, что она делает. Ну это было так круто, мы их отрезали. Теоретически я могу всю стенку убивать, реально. Так, а какой третий предмет? Ну я думаю...
В урагане смысла меньше, чем в пушке. Ураган больше скорость атаки дает. По-моему, пассивка не прокает, или я. Или я в этой игре ничего не знаю. Играю раз в год в нее. Кто-нибудь напишет? Ураган пассивку прокает. Это на потом. Не прокает. Я так и думал. Так. Ну давай, чел. Влетай, чел. Спасибо, чел. Я не чел. О, у него просто все хп ушло. Пиздец. Ну и у меня тоже. Блин, Кайса имба. Мало атак спида. Да Кайса имба. Инвизы, все дела. Ужас. Вы можете провести любое количество мифических. А мы разве так не могли? Но мне это не поможет, потому что я не шарю. Оу. Какой выбор? Скорее бы увидеть это улучшение в действии. Они истинно открыли. Не, ну когда-то я был вейнмейнером. Но сейчас годы игры в Marvel Snap, конечно. Мифик один начало. Ну я думал, это в обычном режиме. Здесь тоже? Нет, с этим это все понятно. Хотя я так уже говорил. Фига. Мне надо бегать и хиляться. Круговая Dota 3. Ну, мифик это самый сильный. Может и полезно. Типа все 5 мификов купить. По-моему, это оверкил. Три или четыре мифика у танка. Я не играл уже, когда сделали этот реворк с мификами, поэтому мне сложно оценить силу. Наверное, да. Я не закупился. Скорости атаки не хватает. Я не знаю зачем. Я раньше 5 фантом дансеров собирал. Ну мой шанс это Кайсу за... Нет. Чел гений вообще, короче, он вылетает. А, и все, конец.